Всем здравствуйте! Очередной выпуск у нас сегодня будет посвящен вот синему пакету. И давайте посмотрим, что же это. Как вы видите из названия, ребята, это у нас щетка для чистки гриля. Ну или для чистки решетки гриля, если быть точными. Кстати, для того, чтобы вскрыть этот пакетик, можно, конечно, его просто порвать, а можно и аккуратненько вскрыть. Для этого мы возьмем Танто наш ножик. Ссылочку на него смотрите обязательно вот здесь. Начинаем. Как вы поняли, значит, эта щетка из магазина приходит в хорошо упакованном пакете. Пакет мы сразу убираем в сторону, и дальше мы перед собой видим вот такую картинку. Это тоже очередной пакет, который уже открывается проще гораздо. И давайте будем рассматривать, что дальше. Итак, ребят, вскрыто, получено. Мы за свободу, свободы! В общем, такая фигня у нас получается вот такой вот. Кстати, классная ручка. Это тоже, кстати, Forester. Кто смотрел или не смотрел мое прошлое видео, хочу обратить внимание на щипцы этой же фирмы. Посмотрите по ссылочке здесь. На этот момент, на сегодняшний день, я вот сейчас купил щетку для чистки гриля. Итак, мы ее таким наглым образом вскрываем. И давайте посмотрим, что же это за щетка. Кстати, на нее гарантия 3 года, и это очень хорошо. Значит, сразу смотрим. Ух, посмотрите, какая щетина прям. Некоторые люди, кстати, пишут в комментариях по поводу этой щетки, что эта щетка нифига не чистит. Но насколько я понимаю, ее нужно использовать, ну, саму щетку нужно использовать в тот момент, именно когда сама решетка гриля нагрета градусов до 200, тогда очищается лучше. Вот, давайте дальше посмотрим. Здесь у нас она гнется. Посмотрите, она гнется и возвращается. При этом, ребят, здесь колется. Щетка сделана вот таким вот образом. Здесь она ничем не соединена. Вот в этом месте, если что, я могу сделать какой-то проволочкой все это обрамить. Значит, плотность самой проволоки, самих этих штуковин, я не знаю, насколько они должны быть такими, не такими. Это первая моя сетка, на самом деле, первая моя щетка. Значит, здесь какая-то пластиковая, достаточно приятная ручка. Она реально приятная. На кончике, друзья мои, есть из кожи сделанный вот такой вот шнурок. По-моему, из кожи, а может быть, зам, конечно, наверное, проще зам. Но, в общем, на мой взгляд, здесь довольно добротно. Более качественно, конечно, эту вещь я могу показать именно на, не знаю, уже когда ее поэксплуатирую. И, наверное, в этот момент смогу сказать, как мне заходит вот именно эта щетка или нет. Но на данный момент она мне нравится. Она мне нравится даже больше, чем щипцы для гриля. Но по качеству, мне кажется, что она такая. Вот видите, она упругая, и она восстанавливается. Это прикольно. Это говорит о том, что это, скорее всего, нержавеющая сталь. Однако, мне кажется, что вот в эти вот, что вот сюда, между этими щеточками, между этими штучками, как раз и будет заходить эти решеточные вот эти вот железяки, да, арматурины. И как мы, что мы будем там, ну не знаю, не знаю. В общем, пока трудно говорить, ребят. Надо все испробовать, и потом уже будет все видно. Ну что же, друзья, как-то так. На сегодняшний день мы закрываем тему с щеткой.
И под этим комментарием, под этим видео будет обязательно комментарий. Уже после того, как я использую эту щетку, я вам скажу, зашла она мне или не зашла, понравилась, нет. Ну и в итоге скажу на те моменты, которые мне действительно понравились в этой щетке, но мне очень нравится ее ручка. Она прям такая приятная-приятная, кайфовая. Все остальное смотрите в комментариях, первом закрепленном комментарии именно под этим видео. На этом все, друзья. Спасибо, что были. Пока.